что тоже довольно красивое место. Не особо заросшее, знаете. Нет такой клаустрофобии. Короче, нет тут ничего. Даже не пытайтесь понять, что я хотел сказать, я сам не понимаю. Ну, здесь тоже зарывается. Несмотря на то, что это бревны, вроде как они, ну, по сравнению с этой цистерной, не особо там. Так, можно, да. Поехали. Или нельзя? Погодите, ребят, или нельзя, или все-таки не стоит? Твою мать! Тихо, тихо, только не на меня! Фу, что за жесть? Вот что я творю, блин? Урона мне мало, видимо, да? Ладно. Ну вот просто здесь такой поворот, что фиг. Что там опять получилось, чем я долбанулся? Долбятся деревья, а я урон получаю. Что я хотел сказать, забыл. Да, поворот здесь какой-то мне не нравился на карте. Поэтому я решил напрямую. Такс. Не знаю, какой-то кораблик, что ли, стоит? Что это такое? Похоже на то. Да. Корабль-то. Хорошо хоть туда припарковываться не надо. Все как обычно. В этом плане встал нормально сюда. И все. Разгрузить. Фикс. А вот теперь тоже все как обычно, надо каким-то образом развернуться. Все достанет телега-то. Телег-то достанет. Ну давай, 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 давай. Давай разворачивайся. Теперь за это дерево. А мы пока вперед газанем. Теперь вот так разворачиваемся. Так. Ну и все, развернулись вроде, да? Так. Ну давай, без дифференциала. С дифференциалом мне не развернусь. Вот так вот. С дифференциалом 0 поворачиваемости, без дифференциала 0 подвижности. Все, это есть. Нормально. Теперь налегке обратно. Ну сейчас через брод ничего сложного не будет. Само собой. Так, я туда еду. Туда. Только отъехал, уже запутался. В единственной дороге. Фиг впишешься. Вот фиг здесь впишешься, блин. Давай, давай, давай. Нет, нифига не хочет. Я могу здесь пропахать просто напрямую дорогу. О, да, поворот здесь не очень такой приятный. Как-то не доставляет радости. Хотя тоже было довольно экстремально спускаться напрямую.
Ну чё ты роешь-то? Чё ты роешь? Странный ты товарищ. Начал просто рыть. Пустой. Едет и роет. Можно мне камеру как-нибудь получше? Вот что-то типа, наверное, того. Где там вода-то? Долго еще-то? Хочешь проверить, как он вброд обратно пустым поедет? То уж еле-еле ехали. Слишком. Привод, дифференциал, все, погнали. Тихо, спокойно, что он там ныряет прям как водолаз какой-нибудь. Так, сначала резво ехал, теперь опять еле-еле. Ну, конечно, не так медленно, как с бревнами, но все равно. Немножко буквально поэнергичнее, но это все условно. Да и то, знаете, как-то. В некоторых местах абсолютно, наверное, так же себя ведет. Еле-еле едет. Да, подленький участок, я бы сказал. Очень подленький. Не, ну мы быстрее проехали, но все равно. Быстрее, но не быстро. Ну и здесь еще горка неплохая. Хорошо, что в эту сторону, когда мы порожняком едем, а не в обратную. Мал здесь стоит, камни ломает. Без спросу. Нормально ему. Так. Ну, починим. Естественно, заправляем. Потому что пока мы туда отсюда ехали, мы испытали половину топлива. Прекрасно просто. Топливо еще дофигища в цистерне. Погнали. Давай, 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 едь. Все, теперь начинается экономия. Ну, я думаю, это и так понятно. Сейчас вообще ноль тратим, хотя я жму на газ. Сейчас 18, хотя дифференциал отключен. Ну, потому что в горку, понятное дело. А, потому что там еще все пробуксовывает, да. Ну едь ты, ё-моё, пустым не может в эту гребаную горку подняться. Что за жесть? Сейчас главное не утонуть. Наверное, это больше всего должно волновать меня. Хотя бы здесь под горку едем.
Так, туда едем-то. Пока туда. Сейчас главное на луже ни туда не повернуть. Так, ладно, вперед. Так. Уверенно, уверенно. Вполне. А здесь не уверенно, без полного привода. Ну, полным приводом злоупотреблять не стоит. Сами понимаете. 42 литра, мать их. Так, вот начинается наше любимое место. Резоннее было бы, конечно, сразу сюда повернуть, да? Налево. И что-то как-то неохота. Мне же надо приключений на одно место. Поэтому я, пожалуй, все-таки проедусь так. Тем более, что мазу плевать. Как ехать? Главное включить полный привод. Так, а теперь куда? Теперь направо. Точно туда еду. Точно туда еду. Топлива мы не так уж и много израсходовали пока что. Хотя уже половину пути правим. Ну как половину, мы же заправлялись не от лесопилки. От лесопилки-то мы 250 литров истратили. Ну, до лесопилки от цистерны. И от лесопилки до цистерны. 250 литров, черт возьми. Но у нас-то точка как бы контрольная, да. Главное, проходит именно через позицию цистерны. Доехали до цистерны, все нормально. Не доехали, значит, все плохо. И надо уже доезжать будет цистерны. Чего не хочется. Вот. Так что надо именно мерить расстояние до цистерны топлива. Ладно, врубаем эту передачу автоматическую. Так, это что за поворот такой? Дальше ехать надо. Ну, едь. Сцепление вроде есть. Ехать не хочется.